Добрый день! Представляю вам детский микс, крем Гавандия лето. Разнообразный микс. Так, здесь у нас первая туника на 164-170 рост. Это хлопок. Здесь чуть-чуть загрязнение, но очень похоже на пылевые загрязнения. Так, 152-158 ростовка. Вот такая футболочка, хороший трикотаж. А шорты 158-164, они двойные получаются. Так, платье у нас, платье 146-152, это не платье, простите, это комбинезон, очень красивый, плиссированный. Так, рубашка 170-176, хлопок плотный. Так, у нас здесь туника, это у нас тоже 146, наверное, ростовка. 146 ростовка, футболка летняя. Так, левис. У нас здесь размер М. Так, здесь топ у нас на 146-152 ростовку. Вот такой вот. Очень красивый, яркий. 14А написано здесь размер. Но размер похож на М. Такой тоже плотный трикотаж. Платье на 146 ростовку, летнее, легкое. Юбка 158 размер, трикотаж плотный, 146-152, футболка. Так, рубашка 12 написано размер, похож на 42. Толстовочка у нас здесь идет 146-152, она с утеплением. Выглядит неплохо. Брючки 146-152 тянутся. А внизу они на шнуровочке. Вот здесь вот шнуровочка. Так. Футболка пола 154 ростовка 154. Итак, Zara Disney у нас здесь идет. Размер S. Вот такая вот шикарная футболочка. Спинка здесь еще лучше. Вот такая вот спинка. Очень даже красивая, плотная. Внутри с утеплением. Майка H&M у нас. Майка, я думаю, что это S размер. Топ на бретелях 146-152. По джинсу, тонкая джинса. 158-164, очень плотная, с утеплением такая толстовочка. Летние брючки 152 на 12 лет. 164-я ростовка, плотный такой джемпер. Очень яркий, красивый. Так, это у нас футболочка, размер S. Здесь у нас 146-я ростовка. По бокам здесь есть шнурочки, можно утянуть по талии. Так, здесь у нас маленькая юбочка. Размер у нас здесь тоже детский, 10-й написан размер. Спортивная футболка, 152-я ростовка. Здесь чуть-чуть замарана, но это тоже похоже на пылевые загрязнения. В целом вещи неплохие. 146-152 это леггинсы. Вот здесь вот есть небольшое пятнышко. Скорее всего, тоже от хранения можно это все удалить, если приложить ручки. 14-15 лет толстовочка, она с утеплением. Вот такая вот. Спортивного вида олимпийка. 164-я ростовка Томми Хильфигер. Так, 176 это свитшот с кармашком. Так, вот он такой вот кармашек. Здесь даже, видимо, для чего-то, для пуговки, наверное, есть петелька обработанная. Так, это у нас балеро для маленьких модниц 5-6 лет H&M. Футболка 158-164-я ростовка. Брючки у нас детский размер, он здесь с утяжкой, то есть можно регулировать по талии. 152-158 ростовка. Так, Zara 164 ростовка, вот такой вот топ с рукавами. Юбочка, плиссировка 13-14 лет, 164 ростовка. Платье H&M, это 11-12 лет, это трикотаж, легкое платье. Спортивные леггинсы у нас здесь, ростовка не указана, Adidas, но они тянутся очень хорошо, поэтому даже 42-44 размер подойдет. Спортивные летние шорты, размер тоже не указан, но думаю 14-16 лет, внутри он с трусиками они.
Юбочка размер 2 написан, джинсовая, плотная джинса. Так, бенетон у нас здесь, толстовочка такая, 42, наверное, размер. Эли размер у этой рубашки, у джинсовой. Юбка у нас H&M, написано 14 лет плюс. Вот такая красота, 128, даже с этикеточкой, шикарная футболка. Так, 158-164 футболка, 146-152 ростовка у футболки. Трикотаж очень приятный, очень хороший. Маечка 146 ростовка. Так, это у нас танковка, похоже на 170 ростовку. Достаточно плотный трикотаж. Так, спортивного вида штаны по джинсу Tommy Hilfiger, 152 ростовка. Внизу они идут с резиночкой. Так, спортивные тоже штанишки, 164 ростовка. Так, вот такие красивые. Водолазка, трикотаж, 164 ростовка. Очень яркая, заметная. Трикотаж очень хороший. Так, это у нас 158-164. Вот такая вот футболка, как ткань, как спортивная. H&M ростовка у нас здесь, 170 ростовка, тоже похожа на спортивную ткань. Так, это у нас велосипедки H&M, 11-12 лет, тянутся тоже очень хорошо. Так, это у нас пилоты еще одни, 164 ростовка, 170. Бархатное платье на бретелях, это у нас 158 размер, очень мягкая, прямо струящаяся такая ткань. Тоже спортивная футболка, 158 ростовка. Джемпер, 146 ростовка, это еще не все. Так, продолжаем. Здесь у нас вот такая шапочка, очень интересная, со звездами. Внутри она с легким флисом, с утеплением. Юбочка 12-14 лет, очень хорошо тянется, тонкая. Джинсы скини. Здесь размер не указан, но похоже на 40-42. Может и 44, очень плотная ткань. Так, это у нас здесь H&M, 12-14 лет, свитшот, вот с таким накладным карманом, достаточно теплая. Так, брючки спортивные, 146, здесь чуть-чуть оторвалось кружево, но это не критично, его можно подделать очень легко. Так, еще один свитшот, 170 ростовка с утеплением. Спортивные брюки, ткань такая спортивная, 42 размер. Еще один свитшот, он чуть-чуть полегче, здесь нет такого утепления, тоже размер 42-44. 175 ростовка, 16А размер у футболки. Кофта на замочке, замочки работают H&M, 11-12 лет, такая плюшевая, очень приятная, цвет яркий, дети оценят. Так, 164-158 ростовка, вот такая яркая футболка, укороченная футболка, 42-44, джинсы капри, здесь идут 8А написано, это хлопок, ну, где-то лет на 12-14, спортивные шортики, очень хорошо тянутся, это трикотаж. 158-164 ростовка, это трикотаж, он не как спортивный, а вот именно плотный такой трикотаж. Фланелевая рубашка, здесь у нас 10-12 размер М, вот такая. Олимпийка спортивная, она чуть-чуть с утеплением, небольшой Adidas, написано 150 ростовка, 12 размер. Так, выглядит очень хорошо, без катышков идет товар. Так, 158-164 леггинсы спортивные, они как будто бы с утеплением, по бокам вот такие вставки атласные, нарядно выглядят. H&M 13-14 лет футболка, тонкий трикотаж. Так, такие штанишки, размер здесь 36, это ткань, она тянется очень хорошо. Так, топ у нас здесь 42, блуза размер, это хлопок, очень легкий. Джинсовые шорты 11-12 лет, достаточно плотные. Футболка поло, размер L. Прямо написано, никто не перепутает. Nike, здесь у нас размер 44-46, очень плотный материал.
трикотаж, без катышков, без всего. Очень приятный. Так, это у нас с вами юбочка. Юбка H&M 135 ростовка. Вот такой анималистичный принт. Здесь идет спортивная толстовочка, 12 размер. Написано чуть-чуть с утеплением, но тоненькая. Для занятий самое то. Летом, конечно, заниматься. Зара 152 ростовка. Еще одна толстовочка. Здесь у нас это H&M. 12-14 лет с капюшоном. Не очень длинная. Леггинсы. Здесь у нас 21 размер написан. Тянутся очень хорошо. Прямо качество шикарное. Еще одни. Красота, еще одна. Дисней. 146 ростовка. Это джинсовка. Смотрится вообще великолепно. Просто изумительно. Так, платье. Это у нас 40-42. Танковка. Здесь у нас 10А написано. С мстителями, защитниками. Так, скини 158 ростовка. Так, H&M у нас здесь ростовка 170. А немножко с утеплением. Вот такой свитшот, очень нежный. Еще одни скини 152 ростовка. Тянутся хорошо. Очень яркая толстовка из флиса. А флис достаточно плотный, 164 ростовка. Кюлоты. Так, кюлоты, размер здесь не указан размер, но они небольшие, это детские кюлоты. Кюлоты 40-й, скорее всего, размер. Цвет очень красивый. Так, футболка 176 ростовка. Ага, здесь у нас 176 тоже ростовка с подкладом платья. Такая водолазочка. Здесь 140-я, 146-я ростовка. Здесь вот чуть-чуть видно загрязнение, но это, скорее всего, либо от хранения, либо от пыли. Белые джинсы Zara 152 ростовка. Очень хорошо тянутся, низ не обработан. Спортивная футболка 158 ростовка. Так, танковка 164 ростовка. Вот такая красота, меняется. Хороший трикотаж, плотный. Так, 158-164, белая футболка, спортивные штанишки, 122 ростовка, они как с утеплением чуть-чуть идут, внизу они на резиночке. Так, футболка у нас 42-44, топ на бретелях, идет 152 ростовка, очень тоненький, легкий, спортивные шорты 152 легкие. Так, у нас здесь карманы, работает молния. С одной молнии отпала, вот такая вот штучка отпала. И, в принципе, можно любую сделать. Шорты 14 лет. Джинсовые 152 ростовка у футболки. Спортивные шорты 146-152. Они внутри с трусиками. Так, здесь блуза очень интересная. 12 размер написано на... Вот прямо даже летящая. Это даже не блуза. Я подумала, блуза, простите, это юбка. Очень интересная такая, симметричная юбка летящая. И свитшот здесь с утеплением, с капюшоном. Размер здесь 146-152. Вот такой очень плотный. Все качество очень хорошее. Без катышков, без каких-либо повреждений. Подробности об этом лоте вы можете увидеть под видео. Спасибо.